Это было ночью. Я пробовал поиграть в игру, но не знал в какую. Я думал 20 минут и решал, в какую игру поиграть. Roblox, Minecraft или Roblocraft. И решил поиграть в Roblocraft. И у меня подгрузилась одна вкладка. Я попробовал нажать «Играть». Эх, какой же все-таки замечательный этот Roblocraft. В Роблоксе Майнкрафт. И все это вместе, как же круто. Может, я и удалю Роблокс и Майнкрафт. Зачем, когда есть такой замечательный Roblocraft. Эх. Так, сейчас попробуем что-то тут поделать. Все-таки ночь, игроков мало. Хотя как игроков мало. В Роблокрафте 557 тысяч скачиваний. И играют сейчас в онлайне целых 100 человек. Так, я посадил цветочек. Устояго. Так, я вижу чей-то ник. Устояго. Шахриз 9. В смысле? Не понял. Где Шахриз 9? Надо его раскопать, этот ник. А у меня же это не добудется. Это... Нет, значит, все-таки help! Так, интересно, куда меня перенесло из Роблокрафта? Так, в окошко посмотри. Стоп, что-то мне это не нравится. Что это такое? Так, стоп. Что-то мне это действительно не нравится. Что-то это плохое. А-а-а! Лава! Помогите, лава! Лава! Помогите! Стоп! Она мне подходит! Ух! Как избежать этой лавы? Быстрее в окно, что это такое? О, вау! Классно! Лава, я тебя обгоню! Я с тобой играю на перегонки! Что произошло? Что такое? Что это такое? Ой, помогите. Так. Все, я понял. Сейчас себе сделаю. Что-то не так. Хелп, мой джетпак поломался! Хелп! Стоп, такое ощущение, как будто меня лава догоняет! Обгоняю. Ай-яй-яй-яй, она меня действительно догоняет.
Ух.